Друзья, всем привет! Это чисто информационное видео, без монтажа и обработки. В общем, дело в том, что у меня 10 апреля на моем YouTube-канале здесь, значит, был обзор на вот такой вот видеорегистратор. Название регистратора хрен выговорить, поэтому смотрите в названии. Вот. Сегодня у нас 21 декабря. Сегодня данный видеорегистратор уже накрылся. Накрылся он вообще окончательно, у него не работает питание вообще, то есть не видит ни питание, не видит ни компьютер, вообще ничего не видит, как бы срабатывает индикатор попытки включения, и как бы на этом все. Это просто остатки, какие-то там остатки в аккумуляторе остались, и все. Это все, на что он реагирует. Reset, все прочее пробовал, ничего это абсолютно не дает. В общем, регистратор мертвый. Поэтому, кто смотрел обзор, кто, может быть, будет смотреть, кто собирается приобретать данную модель регистратора, крайне не рекомендую. Деньги на помойку, к сожалению. К сожалению, вот так. Так что, ребят, будьте внимательны при выборе китайских регистраторов с Алиэкспресса. Уж если и брать, то брать дешевые, не переплачивать, потому что, блин, ну, на год, на полгода вообще жесть. Полная. Так что вот такая вот, ребята, информация. Всем спасибо.